снимает скрытые камеры. Да, скрытая. Назовите мне ремень ГРМ, пожалуйста. Со своими друзьями привязать. Пожалуйста. Короче, я думаю, она сейчас уйдет, она встала. Вот так встала стоять. Ну, при этом не надоедливо. Бывают клиенты, которые присутствуют. На винный ключ, что ли? На винном ключе, что ли? Не, у меня одна канистра есть, десятка. Ну, можно бы и залить было. Ладно, давай. Вот это вообще бесподобное, конечно, место. Я очень люблю. От Ширяев, Ширяевск, по Ширяевскому обрагу я вот до Чаракайки добирался. Ну, и то в детстве. А вот в таком сознательном возрасте. Ну, верблюд просто Ширяева дальше. Да? Естественно, да. Да. Верблюд дальше. Кого? Не терпится. Не терпится на тот свет. Квартира 13, телефон 247-7013. Я когда прыгал с парашютом, представляешь, парашют номер 13 был, мой первый прыжок без инструктора, да, я вот это, парашют 13, я думал, блин, это хрень какая-то, наверное. Нет, все. Песчаный карьер, два человека.
Ребят, дальше куда? Да не отвалится, когда на дорогу выйти. А сейчас тут 3 километра в час входит. Катя, сразу, из обуви. Да хорош, вы чё? Сейчас вот поворот повернем вам тут, да, чтобы будет греть, а?
Но оно не крутится. По грязи езжай. Thank you.
Ну, здесь просто переход сделать поплавнее. Он прям набирает кучу. Я тут не уехал, а поехал.
с разгону летит. А ты говоришь, прилетел. Его надо высушить, наложить бандаж, там вот там через герметик. Герметик есть? У меня клей есть. Супер клей какой-то. Около 30 во всем случае. Да, не холодно. Да. Не замерзли. Газу больше, да и все. И не бойся. Не, давай вперед, может, вперед. Назад. Лучше не мешать сейчас. Ребята, что ищем? Что потеряли? Тут раз мы.
Молодец, во, молодец, во, шпорит.
тебя под ногами. Нет, ну получается и здесь прицепляешься, да? Аккуратно. Ну-ка, покажи свое лицо теперь. А где газ? А дальше пока нет. Лихо.
Вот за то дерево. Не. Вот за дерево, вот передо мной, Андрюх. Да. Он как раз туда выйдет. Какая популярность, какая популярность. Thank you.
Качнем. Давай, качай. Не, качнем машину. Снимай! Вот тут снимай, вот тут! Йо!
Yeah.
А что вы по лужам не ездите? А у нас это, не вездеходы. А. Вот нормально здесь. Иди купайте. Оно вообще как нахер сейчас. И заклинит.